Доброе утро, друзья! Сегодня выбрался на вот такое красивое озеро. Погодка прекрасная, ветра нет совсем. И как раз хочу половить на нано-джиг. Давно не было на канале ловли сверхлегкими снастями. Ну а сегодня погода как раз подходящая. А также покажу вам тот спиннинг, по которому очень много вопросов, по которому я делал обзор. Это вот такое удилище, флагман Ариата. С тестом всего до 2,5 грамм. Очень интересное удилище, недорогое, стоит всего $30, что очень привлекает людей. Ну и комплект я собрал сверхлегкий. Катушка весом 165 грамм, 0,2 нанофил, приманочка 1 дюйм и 0,6 грамм чебурашка вольфрамовая. Сейчас буду начинать рыбалку, так как днем очень жарко, нужно приезжать на водоем пораньше. Ну а в конце видео смотрите итоги розыгрыша силикона. Давайте начинать. Опа. О, это покрупней. Хорош. Хороший барбосик. Так жадно закушал. Выпускаем. Ого! Ого, ребята! Вот эта рыбка уже интересная. Хороший окунь. Смотрите, какой красавец. Джавастик. Маленький, 0,6 граммчика. И такой красавец. Все, ребята, уплыл. Ну ничего. На такую снасть, конечно, очень приятно. Есть. О! На твистерок такой, поприятней попался. Поставил, друзья, твистер вот такой небольшой. И он в толще воды атаковал. Класс. Есть. Ух, поклевка хорошая. Класс. Скушал так глубоко приманочку. Опа. Есть. Ух. Классно на такую снасть ловить. Поклевки идут на каждом забросике. Опа. Сейчас, друзья, буду рыбачить вот на таком интересном месте. Получается, здесь все заросло практически. А вот под берегом есть участок чистый. А возле травки очень много красноперки трется. Сейчас оснащаю спиннинг мормышкой. Ну и попробуем, что у нас получится здесь. О, хорошая. Хорошая, ребята. В приглядочку. Ударила красотка. Ух. Очень сильная рыба, это красноперочка, друзья. Смотрите, какая красавица.
наш мотылек. Прекрасная рыба. И на легкую снасть она, конечно, сопротивляется очень классно. Ух, хорошая, друзья. Как же интересно ловить. Я вижу, как она выходит, сопровождает. И смотрите, вон как далеко она скушала, красотка. Очень злостно они ударяют по приманке. Интересная рыбалка. Прям с травы, ребята. Вот это поклевка. Я забросил прям на травку и по траве мормышечка прыгала, прыгала, прыгала. И только я начал выводить, сразу же удар. Вот так она кушает нашу приманочку. Сейчас еще раз попробую на травку забросить. Прям там. Приманочка прям там идет. Но в этот раз. Ух! Ух! Вот это удар, друзья! Все на глазах, блин. Очень эффектная ловля. Интересно. И когда такие рыбки уже попадаются покрупнее, то ну очень интересно. Друзья, когда ловите красноперку, очень важно ставить максимально маленький вес огрузки. Вот это такая рыба, что чем плавнее приманка падает на дно, тем больше, соответственно, поклевок. Допустим, вначале я пробовал использовать 0,6 грамм. Было поклевок много, но они были пустыми. Потом я поставил мормышечку 0,4 грамма. Поклевок стало больше и засекалась рыба лучше. А когда я поставил 0,3, реализация стала практически идеальной. Каждая рыбка уверенно садилась на крючок и доставал я практически на каждом забросе их. Рыбалка интересная, динамичная. Еще бы размер покрупней и вообще было бы классно. Кидаю, друзья, прямо на ряску. Обычно крупная красноперка стоит в таких самых сложных местах. Но это такое смешная рыба. Опа. Сразу же красноперочка отозвалась на мормышку. Смотрите, друзья, какой зверь. Бью его. Ой, капец. Ух, как выскочила. Смотрите, какие плавники красивые. Красные, красные. Красотка маленькая. Есть. Ух, такие небольшие, но, блин, поклевки на каждом забросе идут.
Вот такая приманочка, 0,6 грамм. Есть. Ух, классно. Твистерочек работает. Давай. Ох, в толще. Конечно, совсем мелкий. Есть. Ух, опять в толще. Такие злые поклевки, просто капец. Есть. Ух. Очередной. Все, друзья, буду заканчивать рыбалку. Устал уже. Клев очень хороший. Практически на каждой проводке ловится рыба, но размер меня не устраивает. Поэтому в следующий раз будем искать новые места. Здесь, конечно, красноперочки хватает, но нужно работать над размером. Палочка под мормышки, я вам скажу, очень неплохая. Забрасывать можно 0,3-0,4 грамма без проблем. За свою цену, в общем, меня полностью устраивает. Теперь, друзья, буду отправляться домой и проводить розыгрыш. Кто еще не подписался на канал, подписываемся. Встречаемся у меня дома. И узнаем, кто выиграл 5 пачек съедобного силикона. Ну что, ребята, пора нам выявить победителя в розыгрыше съедобного силикона. Вот такая у нас программа. Сейчас я вставляю ссылку на наше видео. И нажимаю генерировать. И вот наш победитель, смотрите. Я вас поздравляю. Призы ваши. Прошу связаться со мной в комментариях, и я отправлю за свой счет съедобный силикон вам. Друзья, кто не победил, не расстраивайтесь. Впереди еще очень много интересных конкурсов, поэтому ждите.